Семья – это особенный мир, полный любви, тепла и взаимопонимания, в котором всегда царит особая атмосфера. Но вместе с этим это и огромный труд, постоянные заботы и ответственность. Семья Сетовых из аула Егерухай – яркий и вдохновляющий образец того, как семья может быть не просто большой, но и дружной, крепкой, наполненной любовью и счастьем. Это маленькое царство гармонии, где каждый уважает и ценит других. Всегда ли вы мечтали иметь много детей? Не то чтобы мечтала, но мне всегда нравилось, когда в семье много детей. И я сама выросла в многодетной семье. У меня две сестры, младшие они меня. Всегда помогают. Всегда нравилось, когда вот взаимовыручка, взаимопонимание. Но... Супруги Заур и Зурета воспитывают 5 детей, 4 сыновей и дочь, каждый из которых уникален и имеет свои интересы. У меня 5 детей. Старшего сына меня зовут Азамат, ему 25 лет, и еще он закончил Майкопский государственный технический университет по специальности энергетик, проработал не один год электриком, но сейчас в данный момент он работает моряком дальнего плавания, сейчас он как раз в рейсе, работает на корабле сейчас. Второго сына зовут Амир. Ему 22 года. Он закончил Кубанский государственный технологический университет по специальности инженер-конструктор. Тоже закончил учебу. Сейчас он работает на редукторном заводе инженер-технологом. Третий сын у меня Айдамир. В этом году он закончил 9 класс. Закончил на отлично, хорошо сдали экзамены, все. Собирается учиться дальше. Тоже мечтает поступить в Краснодар, ну, на инженера желательно, тоже так думает он. Девочку нашу зовут Аза. Аза у нас закончила 6 класс в этом году. Тоже хорошо учится. Айдамир и Аза являются солистами хореографического ансамбля «Стауч», занимаются танцами уже 7 лет и имеют значительные успехи на конкурсах. Буквально мы позавчера приехали с сочинского фестиваля, где они заняли гран-при, высшую награду. А самый маленький Али, которому всего 6 лет, еще только начинает познавать этот большой и удивительный мир. Он всегда окружен заботой и вниманием всех членов семьи. Современные женщины успешно совмещают работу и материнство. Но как многодетная мать, воспитывающая 5 детей, справляется с такой, прямо скажем, нелегкой нагрузкой? Ведь это и уход за детьми, и воспитание их в нужном направлении. Многодетная мама не только хорошо справляется с материнскими заботами, она еще и является социальным работником. А это профессия, которая требует немало физических и эмоциональных затрат. Помощь и поддержку во всем ей оказывает супруг, с которым они вместе уже 26 лет. Заур работает рефинером в обществе с ограниченной ответственностью «Мамрука». Самое главное в воспитании детей – это, конечно же, доброта, уважение к старшим. Это у меня, я их всегда им говорю, вот они даже в школу идут. Уважение к старшим, к преподавателям, к учителям – это и вообще… Уважение должно быть всегда к старшим. Доброта должна быть у них, чтобы они были добрыми. Если доброта есть, это значит уже хорошее качество, я считаю. День мамы расписан поминутно, скучать ей не приходится. Все награды детей – это ее невидимая никому ежедневная кропотливая работа. Обычно день у нас начинается где-то 5, 5:30, 6 утра. В будние дни это у нас… Школа, подготовка вещи, подбирать, садик, школа, развести детей. Потом мне на работу. С работы прихожу, готовить надо, кормить надо, это все. Ну, как у всех это бывает, в частности. И потом у нас репетиции, надо к 5 часам. Их везем в Кашхабль на репетицию, они у меня ходят. Вот так и...
проходят наши будние дни. Дети с удовольствием помогают маме во всем. Посадка овощей, фруктов и уход за ними тоже производится сообща. Да и вообще все домашние хлопоты для Зуреты в радость. К трудолюбию она с ранних лет приучила и детей. Одна я, конечно, бы и не справилась. Старшие, когда были школьниками, еще они у меня за младшими как-то. И смотрели, бывает, где важно, и работа все-таки, когда у меня нет дома, они присматривали за ними. И покормить, и убраться в доме, это у нас все друг другу помогаем, это обязательно. И сейчас у меня младшие подросли, смотрят также за Али. Бывает, вот они и буквы не разучивают, там стишки разные. У каждого свое занятие. Аза моет посуду, значит, Айдамар там прибраться в комнате. У нас нет такого, что я не буду, я не хочу. У нас это все как бы в порядке вещей все. В 2023 году Зурет Сетовой была присуждена награда «Материнская слава». Провожая нас уже у порога, Зурета сказала самую ключевую мысль. Многодетная мать – это не героизм, это образ жизни и источник счастья. Большая семья – это крепость, и ее стабильность зависит от обоих супругов.